Случайный подбор, да? Случайный подбор, третий левел, 1500. Вот так вот. Так, тут мы берем Ра. Тут мы берем еще Ра. Да Харбингер первый предложил, почему мне не попробовать, ребят? Почему бы не попробовать? Здорово, Джонима. Как раз ранки да откроются. Так, ну все, типа, погнали. Много ран не бывает. Ганеша, блядь. Какой Ганеша? I wanna play. Да, ранкет закрыт, там 10 минут еще. Да какой Ганеша? Как я их убивать буду-то, блядь? Здорово, гач. Не, ну так нечестно. Ганеша выпал на рандоме, это ужас. Еще и против средних. Сейчас это быстрая катка, ребят, будет. В любом случае. Так. Тащи, да, да, тащи. А чё тогда брать, блядь? Так. Блядь, так. Ну, то пока так, тогда. Не, это нереально вообще, угораете, что ли? Короче, кстати говоря, о птичках. Мне еще ключ от бета-теста игры новые прислали, которая тоже от третьего лица, со скиллами, с интересной графикой, вроде как сессионка. А, на днях, скорее всего, на ютубе будет, ребят, так что за ютубом чекайте, пожалуйста, вообще прям по КД. Минус по консервам, да не. Что, сегодня борда будет? Да, конечно. Кто мне говорил, что они ходят в джангл фармить, а потом мне не верили? Вот чекайте. Ну что, они идут фармить? Они меня убьют, да? Да, здесь? Посмотри, они как гость. Что написано? Не помню, что написано. Пошел, First Blood. Дабл килл. Хорошо. Так. I like it. Блин, я даже... А, ну вот так вот тогда пойдем сейчас. Так, мне главное уровень получить. Блин, мне нравится вроде в компьютере играть, они, сука, такие меткие. Блин, ульт зря, конечно, в одного кидал, но я что-то на таком энтузиазме прям думаю, нафига сейчас. Опа. Чуть не прописал. Ой. Чуть не прописал. Да камон, не стреляйте. Нет, это крайне тяжело, знаешь. Они же еще выхиливаются. Ну ладно, но я должен был. Ну выстрели еще раз. Сейчас пятый, говорит, возьмут. Ну типа да, типа так и будет, скорее всего. Типа, ну а что поделаешь? Что поделаешь? Что, не меня не атаковали? Потому что это боты. Они будут пушить до талого вообще. Как же я его поймал на граничке так. Испепелил просто. Как вам музычка? Так, окей. Бля, он едет до конца, блин. Глупый бот, отстань. Не будет ультить? Это они странные какие-то сейчас.
Но вы все видели на стриме, то что я средних поставил, то потом начнется вот это, вот это, вот эти разговоры. Так. Так, ну они уже спят там, да, сейчас будут по КД в меня это. Ра! Ра-ра! Не, ну я так-то прописываю нормально-то, да? Хорошо, хорошо, Таурка, бей. Так вот, блядь. У них единственная проблема, то, что они мягонькие, видишь? А у меня нету. И я умру, сейчас ульт будет. Ульт, 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 ульт. Я думал, у меня есть перчатка. Не перчатка, а этот. Ой-ой-ой, как же я ему прописал. Неплохо, неплохо. Хорошо, пока живем, пока живем. Вау. Неужто не про... Да промахивается, ля. По пол хп. У меня проблема то, что у меня только, ну, одна атака, грубо говоря, единичка и ульт. Мне, может быть, мне что-то собрать, чтобы с руки как бы бить? Что думаете? По-любому же есть какие-то нормальные штуки, чтобы я с руки мочарил их. Отстань, бот. Ля, какой приставучий. Ну, сука, они не миссают. Отъехал. Сейчас смотрите, будет врыв. А почему они не ультят-то? Меня это смущает, если честно. Они как будто что-то готовят, они что-то придумали. Они могли что-то придумать? И побежали. Убивать его, нет? Сейчас буду убивать. Давайте, давайте, давайте. По таурку, по таурку. Здорово, в контакт должна этот рестримиться музыка, ребят. Так, поехали. Лол. Он такой глупый, сука, вот. Нормально. Пока нормально идем. Так, что мне еще в силу взять такого? Какая с... Блин, короче. Случайно закупил книжку, ладно. Так. Да, окей, покажу. Только какой смысл, но я покажу, ладно. Видишь, они деформят джангл. Кто со мной спорил? Кто мне еще доказывал? Мне даже в комментах докопались до этого. Да, видишь, я не могу их убить. Я только от дефа могу играть, получается. Хорошо. Я работаю в Camping Tower. Убийцы фар... Так мне доказывали. Когда я залил на YouTube катку с Сильванусом, мне капец там до усёру доказывали то, что якобы... нет, нет, они фармят, ты шо, они фармят? Камон, и что они фармят, и где они фармят? Лол. Вот так вот потом буду спорить еще, ага. В следующий раз. Так. Зря нажал, конечно, ладно. Я думал, побольше что-то отхили. Да, очень умно было с твоей стороны бы. Хорошо. Сейчас мы выфармим. Вампиризм взять. Да мне нужно что-то с руки, наверное, чтобы убивать. Я не знаю. Я полик взял, типа. Ля бежит. Он меня видит за стеной же, да? Да блин, это нечестно.
Сейчас умру. Жесткий, но я, знаете, что не пойму? А как я пушить-то буду? Кто мне скажет, как я буду пушить? Блин, мне, короче, еще нужен будет, наверное, какой-нибудь кулдаун, наверное, нужен будет. Нет, этот. Слушай, я думаю, они меня просто должны убить, по идее, ультом моментально. Во, вот это урон уже. Хорошо. Все, в режим атаки переходим, как бы. Не знаю, я не вижу никакой проблемы драться с средними ботами. Вообще не вижу никакой проблемы с ботами драться. Они вообще не ультят, они баф не фармят, как мне тут утверждали некоторые. Самое главное, что ребятам на ютубе формат зашел. На ролике нормально просмотров, как бы меня это радует. А, они уже все здесь. Вот. Поэтому вполне себе, почему бы не заливать такие катки. Я не знаю, даже вот эту выиграю я или нет, но я хотя бы покажу, что мне на рандоме выпало. Что мне выпал Ганеша на рандоме против фраг. Ну, по-моему, весело. Лол. Их можно еще и паровозиком водить через Феникса, я понял. Они друг друга пытаются хилить. О, смотрите, пошел за бафом каким-то образом. Ну, Харбингер говорит, он первый просто сказал, против кого сыграть. Вот я и сыграл, но пытаюсь сыграть. Я не знаю, как я пушить буду, типа. В этом вся проблема. Ну все, теперь я могу их убивать хотя бы. Не с помощью Феникса. Ну крипов они убивают, быстро крипов. Как мне пушить-то, алло? Ага. Первая попытка пуша. Понятно. Что же мне не хватает, а? Ранки-то да пора уже. Вопрос не в том, пора, не пора. Мне же надо играть. Это же, блин, прикольно. Мне, допустим, пипец как интересно, смогу я выиграть или нет. Что разыграем на стриме? Сегодня в конце стрима среди всех, кто останется, среди зрителей, будет разыграна новая Белона. Вот, я надеюсь, достойный скин для зрителей. Вот как мне дальше? Они крипов убивают просто перманентно. И крипов моих нету. Да, но я открыл сундуки, и сегодня из двух сундуков два скина выпало. Представляешь? О, я придумал. Сейчас ульт будет. Почему они не ультят? Сейчас я буду крипов отводить, и крипчики будут пушить. Давайте, крипы попушьте в натуре. Да, я против Сильванусов выиграл. It's
Натуре, буду отводить, я нашел. Я нашел. Мне два кумбакана на сегодня выпало. Офигеть. Стой, блин. Сука. Ой, сейчас опасно. Как опасно? Не опасно, конечно. Просто они до Талова будут. Так, минус Таврка. Минус Таврка. Хорошо, минус Таврка. Убью его с 80 хп или нет? А, блядь, он там не один. Арти стримит в клан-чат, пишет. Спасибо, клан. Вы такие умнички вообще. Так, ну что? Без сапога пока. На урон посмотрим сейчас. Урон нормас. Нужна баночка, ребят, понимаете? Хорошо. Хорошо. Чем больше я уровня выформлю, тем быстрее я смогу спушить потом, понимаете? Поэтому пока что все хорошо. Сейчас будем крипов проталкивать, короче, вперед. Потом, наверное, пойду быка убью. Я сейчас быка пойду убью. Я сейчас быка пойду убью, чтобы получить баф. И с бафами я, по идее, их вообще всех просто растолкаю перманентно за пару секунд. Вопрос, смогу ли я быка убить? Без ульты. Я понял. Не особо нужно было напрячься. Блин, не хватает все равно чуть-чуть. Придется их пойти убить. Придется их пойти убить. 700 урона. Они просто спиной едут. Блин, почему кто-то сомневался, то что я Сильваносов убил, который средний, я не понимаю. Я не понимаю. Все, есть банка. И есть 50 секунд. Чтобы очень-очень сильно много урона нанести. Ребят, ну на это видео нужно лайк поставить в любом случае будет. Что это... Да, против ботов. Это челлендж а-ля в игры рандомным богом против средних ботов. Так вот. Вот, мне на рандоме выпадает Ганеша. Как же они могут? Вообще жесть просто. Что, GG боты? Я думаю, они уже не отобьют никак. Если мне их тут подловить. Ульта нету, чтобы подлавливать. Блин, где мои крипы огненные? Быстрее. У них тоже ульты нет, не жалко. Я, кстати, понимаю, почему они не ультают. Там же... О, я вот тут могу проиграть сейчас. Я сейчас, наверное, проиграю. А, нет. Хорошо. Ну, такой вот челлендж продолжается, как говорится. И выигрываем мы на этом... И на Ганеше мы тоже выигрываем, ребят, так что, ну, понятное дело, тот, кто в записи будет смотреть, нужно лайк поставить, коммент, в коммент еще предложить, кем сыграть, против кого сыграть, хотя я на рандоме все равно играл. А вам на стриме вообще спасибо, что предложили, напомнили, собственно, такой вот челлендж.